это сегодня целый комплект для сна. Называется он «Верблюд», и цена начинается от 999 рублей. У нас есть полутораспальный вариант, двухспальный и евро. И выбираем подушки необходимого диаметра 50 на 70 или 70 на 70. В категорию специального предложения дня попадают только товары, прошедшие вашу проверку. И если вы оценили, если вам понравилось, то мы предлагаем это по сниженной цене. Попробуйте, многие наши покупатели уже оценили специальное предложение дня. Сейчас и ваше время. Тем более, самая выгодная цена, самое лучшее время начать знакомство с телеканалом «Шоп-н-Шоу». И как мне сообщают информацию, факты говорят лучше. За 8 месяцев было продано 29 тысяч комплектов для сна «Верблюд». Вы представляете, это небывалые цифры. Это абсолютный хит, это абсолютный бестселлер телеканала «Шоп-н-Шоу». Ариша, я не удивлена, что такой ажиотаж на комплект для сна «Верблюд». По одной цене вы получаете вашу гармоничную спальню. В комплекте и подушки, и одеяло, уже все вместе с натуральным наполнителем из верблюжьей шерсти, который вовремя появился к сезону. Особенно хочу отметить в нашем спецпредложении дня сезонность. То есть он очень актуален к нашему неоднозначному по погоде межсезонью. Одеяло облегченное, поэтому и на лето идеально подойдет тоже. Вообще верблюд появился вот неспроста. Верблюжий наполнитель обладает уникальными свойствами подстраиваться под температуру человеческого тела. Поэтому под таким одеялом вам никогда не будет жарко. На таких подушках вам будет спать комфортно. Но мне уже не терпится, Юль, рассмотреть повнимательнее, потому что все-таки одеяло с подушками есть у нас у каждого. Мы все с вами под ним спим. И вот совсем недавно к маме моей приходила подружка и прожужжала все уши. Говорит, надо скорее ехать на дачу. На майские праздники приезжают дети, внуки, надо скорее белье просушить, чтобы было всем на чем спать. И вот, Юль, вот тут сразу возникает вопрос именно комфорта, гигиены, чистоты спального места. Как себя ведет такой наполнитель, особенно в жаркую пору? Вот именно к летнему сезону и появилась верблюжья шерсть. Хороший вопрос, Ариша. В Ланолин есть верблюжья шерсть. Это такой специальный животный воск, который не вымывается, даже когда происходит производственная обработка. Ланолин убивает бактерии, и вы уверены за абсолютную гигиену и чистоту вашей спальни. Уникальное совершенно вещество, которое содержится прямо в волокнах верблюжьей шерсти и не дает микробам развиваться. То есть это ваша чистота, особенно в пыльный сезон. Не будем усугублять, сделаем спальню максимально чистой. Пользуйтесь спецпредложением дня. Правда, вот сейчас сезон не только аллергии, но и простуд. Мы раньше времени одеваем легкую одежду, обманчивое солнышко, обманчивый ветерок, простываем, а потом что? Потом мы с вами чихаем, болеем, и, да, потеем во сне. И все это остается в наших одеялах, и все остается в наших подушках. Я долгое время спала на пуховой подушке, Юль, пока ты мне не посоветовала. Я ради эксперимента посмотрела наполнитель под микроскопом. У меня встали волосы дыбом. Вы не представляете, это просто какой-то фильм ужаса. Я все, сколько времени я всем этим дышала, забывая о том, что действительно спальные принадлежности это напрямую зависит наше и самочувствие, и здоровье. Совершенно верно. От спальных принадлежностей зависит качество сна. Поэтому сегодня, как нельзя кстати, спецпредложение дня появилось именно в сезон аллергии и простуд. Верблюжья шерсть за счет обработки ланолином, собственным животным воском, которым обладает животное верблюд, это уникальный совершенно компонент, который действительно нейтрализует бактерии. И вы уверены в свежести. Вот ложитесь под это одеяло, уже с первых минут ощущаете свежесть и легкость к сезону. Не хочу тяжелое одеяло предлагать, это совершенно ни к чему. Но укрываться все равно мы будем. Поэтому оно облегченное, тоненькое, но при этом согревающее. Конечно, потому что летом мы часто думаем, под теплым одеялом жарко, некомфортно, мы потеем, постоянно просыпаемся. Да. Просто под простынкой или под одеяльником нам прохладно. Поэтому сезонные предложения никак нельзя. Кстати, сегодня спецпредложение дня, это именно комплект, в который уже входят и подушки, и одеяло по одной цене. Вам достаточно выбрать ваш вариант комплектации. 6 вариантов модификации есть у спецпредложения дня комплекта для сна «Верблюд». Ну вот, предположим, для детской спальни мы бы вам посоветовали полутораспальное одеяло и подушки 50 на 70. Далее смотрите, линейка широкая, выбирайте все размеры на экране. Очень здорово, Ариша, что именно комплект. Мне очень нравятся спальные принадлежности, все-таки предлагать комплектами. Да, потому что одинаковый
дополнитель. Это правильный микроклимат в спальне, это гармония в вашей спальне. Поэтому в подушках сегодня у нас тоже верблюжья шерсть. И я неспроста сегодня вооружилась старенькой подушкой для того, чтобы показать вам. Когда мы с вами заправляем красивое постельное белье, мы даже не задумываемся, на чем мы спим. Вот представьте, когда-то кипельно белоснежный пух превращается вот в такую серую, некрасивую, неприятно пахнущую массу. И в ней живет столько бактерий, просто даже себе в фильме ужасов представить невозможно. Не зря, кстати, наши бабушки вот такие подушки кладут в бочку для удобрения потом на грядки. Давайте вот это вот мы все убираем. Надо избавляться уже. От всего этого избавляемся и начинаем с вами уже дышать по-новому, потому что новый сезон должен быть гораздо комфортнее. Да, вот комфорт дарит нам как раз-таки комплект для сна верблюд. Я вот специально вам показываю наполнители, из чего состоит наш комплект. Подушка у нас двухобъемная, двухкамерная. Верблюжья натуральная шерсть находится вот здесь, Ариша, в подстежечке и не пускает бактерии развиваться в подушке. Так, а она не пахнет все-таки верблюжья шерсть? Абсолютно не пахнет, ноль химии. Более того, вы видите натуральный цвет волокна, она даже не окрашивается на предприятиях верблюжья шерсть. Это ноль химии. А вот правильные ортопедические свойства. Объемность подушки дает аналог лебяжьего пуха. То есть это прекрасный тандем инновационного волокна и натурального. То есть я в подушке получаю и то, и другое. Совершенно два в одном. Верно. А это еще и специальное предложение дня. Значит, самая выгодная цена в течение суток. Именно с этого предложения я рекомендую начать знакомство с телеканалом Shopping Show. Мы с вами можем выбрать комплект одеяла и подушки как необходимого нам размера. Например, 50 на 70. Или вот я люблю большие подушки, 70 на 70 сантиметров. Всего за 8 месяцев было продано, внимание, 29 тысяч комплектов. Это абсолютный рекорд, это самый хит продаж. И вы можете сами по достоинству его оценить, насколько вам будет мягко, насколько вам будет комфортно. Но, Юля, у меня всегда еще с пуховыми подушками была одна история. Это так. Наполнитель, вы меня сейчас поймете. Сколько раз во сне приходится просыпаться, подушку взбивать, поправлять, даже чтобы кровать заправить, красиво смотрелось. Помним вот эти вот все движения. Вот наполнитель, потрясли. Который здесь, Ариша, прекрасно помним. Действительно, пух перо, оно уходит в края, и это не всегда удобно. И потом шея болит. Согласна. Здесь у нас достаточное количество наполнителей, которые обладают еще и правильной степенью упругости. Давай, кстати, мы с тобой это сейчас проверим. Потому что для подушки важна еще и упругость. Помните, да, как мы просыпаемся очень часто, все затекает, шеи, плечики, хочется сделать массаж. Но это говорит о том, что спали не на правильной подушке. Здесь, смотрите, у нашего верблюда аж даже пружинистый эффект. Это хорошо, потому что вот, представьте, допустим, ваша голова. Вот он образуется под шеей, правильный валик, который поддерживает шейный отдел позвоночника. И поддерживает в течение всей ночи, совершенно всего нашего верно. Сна, не сбегает, не сбивается. В комочке и остается всегда первоначальным, такую, как мы подушечку свою получили. 999 рублей комплект, полтора спальное одеяло и подушка 50 на 70. Ну, а мы можем выбрать самый необходимый, как с одной подушкой комплект, так и сразу с двумя подушками. Вот он, комплект для сна верблюд. Юль, ну если мы говорим о чистоте, о гигиене, обычные ватные пуховые подушки мы не можем постирать. Нам приходится нести химчистку, делать обработку, переплачивать, и то этого надолго не хватит. А здесь одеяло с подушками можно постирать. Вы представляете, вот такое сезонное предложение, которое появилось вовремя к летнему сезону. Я еще раз подчеркиваю, не каждое одеяло подушки в жаркий сезон будут комфортны, поэтому предлагаю верблюжью шерсть. За что? Два главных свойства для теплого сезона. Это прекрасный термобаланс верблюжьей шерсти натуральный, то есть вам не жарко и не холодно. Вы согреваетесь, по сути, теплом собственного тела. И второе, это содержание ланолина в животного воска, который убивает бактерии. Вы уверены с нашим спецпредложением дня, с комплектом верблюд за гигиену вашей спальни. Поэтому сейчас в межсезонье, когда обманчивая погода, а потом будет совсем тепло, нам нужны максимально постельные принадлежности, комфортные. Ну и что ж, и практичные, правильно, Арина, ты спросила, одеяло и подушки можно будет постирать дома в машинке. Одеяло стеганое, слои надежно все скреплены, укреплены кантом, хорошие чуть чехлы из плотной микрофибры с бархатистым эффектом, кстати. Вот это здорово. А еще здорово, что регулируется баланс температуры, потому что лето тоже бывает разное. Конечно. То у нас жарко, мы с вами спать не можем душно, а то лето дождливое, холодное. Да. Такое универсальное решение, с которым можно не расставаться. А именно та
таким и станет комплект для сна верблюд. Специальное предложение дня. За 8 месяцев было уже продано 29 тысяч комплектов. Успейте забрать самое популярное предложение.